Сейчас мы переходим прибуксира тачек в буровую на новую точку. Это добывающая платформа вокруг. Это перерабатывающий завод в Топольской Аравии. Скорость перехода 3 узла. Вот это центральная добывающая вышка иранцев в этом районе Харузан называется. На нее сходятся все нефтепроводы со всех буровых. И потом отдельным нефтепроводом идем на берег остров Харп. Федорович, сейчас, к чему мы готовимся? Сейчас начнут грузить иранцев и апельсины. Как поняли? Отлично поняли. Наблюдаем за процессом. Шарвить немножко в море. Сейчас посмотрим, как их будут болтать, как Серега в бочке. Ясно. Значит, компьютерных гениев выгружать. Вот так. Так, еще раз. Водак и Алладин-1. С точки зрения боцмана. С точки зрения боцмана. Швартоваться будет? Да. Холодину? Да. Ясно. Будем водовать. Хорошо. Виталий Федорович проверяет беседку. Тренируюсь. Это беседка называется или как? Так, тренировочный подъем. Так, а там Виктор Иванович, наверное, шутит. Это тренировка только? Да, это тренировка. А следующее воскресенье или субботу? Так. Будем уже грузиться, как апельсины. Мы? О, а вот в этой корзинке. Так, а там Виктор Иванович. Сейчас сделаем, Виктор Иванович, сядет в корзину. Так. Поворачиваем. Ну. Будешь садиться в корзину? Буду. Давай. Показывай, как это правильно делается. Так, застегивается бронежилет, то бишь спасательный жилет. Цепляешься и поехали. Вот таким образом нас и транспортируют с буровой и на буровую. Остается только руками. Так, пойду посмотрю, как швартуется водак. Так, а водак в это время успешно пытается пришвартоваться лагом. Так, а это наш компьютерный гений. Друганы. Боцман загоняет корзину. Пошли.
представили, как это выглядит, когда висеть на высоте. Ну, сколько здесь метров? Да больше, метров 20-25, наверное. Это высота какого дома? Девятиэтажного, наверное. Ну, так, на 3,27. Да. Где-то почти на высоте 9-этажного дома. Вот, пошли спускаться. Есть. Есть посадка. Мягкая. Есть посадка. Вот на какой высоте, с какой высоты. Вот там кран. Палуба. А дальше вот новая.